Доброго времени суток. Сегодня хотел бы порекомендовать вот такие вот крокодильчики для петличных микрофонов Boya. Ну, как минимум, у меня вот только такие вот, да. Boya M4C. Подключается она, естественно, через XLR-вход, вот, не знаю, Zoom H4. До этого к пятерке подходил отлично. Для своей цены, а покупал я в районе 2000 рублей, где-то год назад. Отлично работает, нужно только, конечно, на улице надеть ветрозащиту, не знаю, вот где-то она у нас здесь была, куда-то я ее дел. Тоже самопальная, нужно будет заказать что-нибудь более дельное, но, в принципе, вот, когда вы находите, одеваете, вот так вот она крепится куда-то на одежду, и все отлично работает. Проблема в том, что тот крокодильчик, который был с этим микрофоном в комплекте, имеет привычку отламываться в результате часто эксплуатация икровых рук. И иногда приходилось вот так вот колхозить. Один XLR-микрофон я продал. И у человека тоже, которому я списывался, потом он сломался. Вот именно этот крокодильчик оказался самым уязвимым местом. То есть, я боялся, что здесь будет надламываться провод, что его придется поискручивать, как делают телевизионщики. Вот так вот скотчем. Нет, отлично, все работает. Здесь, по-моему, длина более 2 метров, то есть достаточно, чтобы подвести к человеку микрофоны и посадить и положить рекордер куда-то достаточно на большом расстоянии. И вот эти крокодильчики стоят не 250 рублей за штуку, как у нас продают, а в районе 40-50. И, соответственно, я вот купил 4 штуки, одна вот легла более чем полностью и заменила собой, сейчас главное ее на видео не сломать, заменила с собой ту, которая сломалась. Крепление выглядит точно так же. Здесь такой же винтик. В принципе, если можно было купить вот здесь вот саму пластмассовую часть и просто завинтить с помощью отвертки, оставив вот этот вот крокодильчик сам, я бы так и сделал, но вот, к сожалению, так пока не нашел. Поэтому вот такое вот решение проблемы. Если кому понадобится, ссылку сделаю в описании.